Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Світлана Князєва. Глядіть у гэтым випуску. Білая Русь під білим крилом. 400 паперових буслов узнялися у неба над Гомелем. У подарунок молоді – скейт-парк. Завершаються роботи по реконструкції полночно-усходній частки набережної ракі Сош. Традиції першобитного мастацтва Австралії представили на виставі у Палацово-парковым ансамблі. А зараз об гэтым і іншим більш подробязно. 400 паперовых буслов узнялися у неба на паветраных шарыках. Такую акцию под символичной назвой «Белая Русь под белым крылом» на передадні Дня Незалежности организовали активисты Белорусского Республиканского Союза Молоди. Сёння яна прайшла у Гомелі побач с помником комсомольцам, якія загинули падчас Великой Айчынной войны. Для помнику собралось больше як 400 школьников и студентов, каб отправить у небесный полет уласно змайстрованных паперовых бусликов. Гэта стало знаком подяки молодого поколения своим одногодкам, якія назаўжды засталіся юнаками и дзяўчатами, героями, чьи годы життя на помниках не набрали и двух десятков. Спякотное надворье не стало перешкодой для проведения акции. Головное, что горячее червеньское солнце светило усім присутным с мирного неба. Всегда самостоятельно, всегда очень с большим желанием и рвением молодежь присоединяется к таким именно патриотическим акциям. Еще раз доказывает, что именно молодежь Гомеля всегда является одним из самых таких патриотически направленных слоев нашей молодежи. У гэтай хвіліны у грамадска-культурным цэнтры праходзіць урачысты сход, на якім назавуць імёны уладальнікаў ганаровага звання «Чалавек года». Традыцыйна напярэдадні Дня Незалежнасці ушановуюць тых, хто дасягнуў найбольш прыкметных вынікаў у прафесійнай ці грамадскай дзейнасці. Званне «Чалавек году» прысуджаецца ў 7 номінацыях, сярод якіх лідар, адкрыццё, майстар, чалавек на зямлі, служу айчыне. Рэпартаж глядзіце ў нашым вячэрнім выпуску. Подыходзіць до завершэння работы по рэканструкцыі навядзення парадку на паўночна-усходняй частцы набярэжнай ракі Сош. Гэты участак пешаходнай зоны быў пабудаваны ў 70-е гады мінулага стагоддзя. Асноўныя рамонтныя работы ўжо закончаны, апошні штрых – добраўпарадкаванне. Рабочыя прыводзяць у парадак зялёную зону, чысцяць пакрыццё. Тэрыторыю рыхтуюць да цырымоніі урачыстага адкрыцця. Апошні месяц рэканструкцыі набярэжнай быў асабліва напружаным. Працэс ішоў бесперапынна на аб'екце. Працавалі каля 250 чалавек. У выніку выкладзена 13 тысяч квадратных метраў пакрыцця, адрамантаваны нахільныя пліты ніжняй набярэжнай. На участках, дзе на паверхню выходзілі ключы, выкладзеныя дренажы. Пасля рамонту уся набярэжная набыла адзіны стыль. Аднак у паўночна-усходняй частцы з'явілася і свая асаблівасць. З тратуарнай пліткі выкладзеныя элементы беларускага арнаменту. Акрамя таго, заўтра сюды даставяць абяцаны сюрпрыз. На абноўленай набярэжнай да 3 ліпеня з'явіцца скейт-парк. За перыяд, скажам, время мы, скажам, кожны дзень былі намерна, то і два раза в дзень былі, пасещалі, включаюць сьогодні. І руководство горисполкома регулярна было, і мэр постоянно проводил планёрки. Всё-таки это знакае событие 3 июля для всей нашей республики. Ну, естественно, хотел преподнести нашим горожанам какой-то сюрприз, подарок. Я думаю, у нас получился. Горожане 3 июля. Надеемся, по достоинству его оценят. І можна сказати, що реконструкція набережної буде в цілому завершена. Нагадаємо, урочисте відкриття набережної відбудеться у День Незалежності 3 липня о 12 годині. Після відкриття усіх чекає забавляльна програма з виставами, городом майстров, атракціонами, музичними і інтерактивними пляцовками. Больш за 220 стуй упрыгожаць Гомель да Дня Незалежнасці. Каскадная кампазіцыя з'явіцца на плошчы імя Леніна. Як паведамілі на прадпрыемстве «Чырвоны гваздзік», расліны былі закуплены ў беларускіх гадавальніках. Для іх спецыяльна падабралі грунт і ўдабрэнні. Дарэчы, усяго прадпрыемства «Чырвоны гваздзік» у вяснова-летні перыяд у Гомелі высадзіла каля 400 тысяч кветак. Про перспективы развития чыгуначнага района Гомеля пойдзе размова сёння у программе «Диалог». Гостем студии стане кіраўнік администрации района Виталь Уткин. Программа выйдзе у эфир на телеканале «Беларусь-4» у 19 годин 20 хвилин. Свои пытанні вы можете адресовать гостю программы по номеру телефона прамога эфиру у Гомеле 77 68 45. Выпуск молодых специалистов отбылся у Гомельском медицинском колледже. Установа рыхтуе специалистов сярэдняга медицинского звяна больш як 80 годов. За гэты час дыпломы об сярэдняй спецыяльнай медицинской адукацыі у ім атрымалі больш як 20 тысяч человек. Сёлетні выпуск
самы масавы. Навучанне скончылі больш за 350 спецыялістаў. Большасць з іх медыцынскія сёстры. На другім месцы па колькасці фельчары-акушэры, на трэцім зубныя фельчары. Усе выпускнікі папоўняць штаты лячэбна-прафілактычных устаноў у розных рэгіёнах краіны. Это был всё-таки осознанный выбор, и всё-таки душа звала, и я пришла учиться сюда в медучилище. Закончила я с красным дипломом. На данный момент я испытываю лёгкое волнение, но и чувство самоудовлетворения. Всё-таки как бы диплом, желанная специальность и уже на вольный хлеба. Всё-таки хочу работать по специальности и добросовестно выполнять свою работу. Пожелать им всего самого доброго, пожелать идти всегда только вперед, не останавливаясь ни на трудностях. А трудностей в жизни будет у них, конечно, достаточно, но все равно всегда нужно только идти вперед. Сегодня у Гомеля проходит кермаш, присвеченный 100-годию Белкоопсоюза и Дню кооперации. Покупников шакают на Гомельском центральном рынке. Тут представлены широкий выбор городнины, садовины, ягод и грибов. Так само у ассортименте продукция Гомельского облспожилсоюза. Мясо, полуфабрикаты, рыба, кондитерские выробы. Запланованы скидки и акцийные пропановы. Кермаш будет працавать так само завтра с 9 до 16 годин. Конечно, нам хотелось показать и гомельчанам, и гостям города, что умеют делать наши замечательные работники. Мастера, повара, мастера, кондитеры, потому что здесь представлена продукция в основном лучших специалистов в нашей системе. И она, ярмарка, носит такой чисто тематический характер, посвящена конкретной юбилейной дате. Инфляция до конца года не перевысит 7%. По выниках 5 месяцев этот показчик не досягнул и 3%, что является историчным минимумом. Разом с тем, средняя зарплата в регионе у мая была амаль на 140 рублей выше, чем у красавіку. Усе подробности у экономичном огляде. Так само у выпуску. Предприемства гандлю Гомельской области подрыхтовали скидки на товары до Дня Незалежности. Об этом не только глядите у программе «Экономичный огляд» сегодня на телеканале «Беларусь-4 Гомель» у 20 годин 20 хвилин. Традиции першобытного мастерства Австралии представили на выставе палацово-парковом ансамбле. Экспозиция является маляўнічым оповедом от имя коренного насельництва про историю своей страны. Авторы работ – мастаки-аборигены. У палаце представлена творчесть больше 10 авторов. У каждого разный уровень мастерского мастерства. Некоторые работают у агульнапринятых техниках, другие – у новых метафоричных стилях. Характерная особливость у всех работ – яркие фарбы. Коллекция этих творов была набыта у ее створальников Национальным музеем Австралии 9 годов тому. Затем посольство Австралии у России запустило проект, дякуючи якому репродукции убачили у інших кутках свету, и такая далекая, шмат у чем непознанная краина стала ближе. Я работаю в австралийском посольстве, и это наш первый раз здесь, в Гомеле. Мы хотели бы показать немножко об Австралии. Первый, что это такое аборигенское искусство. И здесь у нас есть много хороших премьеров аборигенского искусства. И вы можете смотреть, как отвлекается этот тип искусства. И это, по-моему, очень интересно. Концертную программу «Фенікс» представил гамельчанам Віталь Сычоў. Выканаўца з'яўляецца двойчы стыпендыятам спецыяльнага фонду президента Республіки Беларусь по падтрымцы таленавітай молоді. Удзельнікам славянскага базару у Віцебску, новой хвалі у Юрмале. Со сцены гучалі уласныя песні артыста, кавер-версіі популярных эстрадных хітоў у яго выкананні, а таксама народныя спевы у сучаснай апрацоўцы. У нас топаю только люли-люли, когда же будут поцелуи калин, калин, калинка моя, саду ягода малин, малинка моя. З новой концертной программы «Фенікс» Віталь Сычоў планує отправиться в гастрольный тур по городах Беларуси. Адметной особливостью заявляется то, что билет оплачивается после концерту на меркование каждого особного глядача. Мировая система FreeDonation, которую мы взяли себе на вооружение, в Беларуси не было еще ни одного концерта по системе FreeDonation. Что это такое? Это то, когда зритель приходит в зал без билета, без предварительного бронирования билетов, а после уже концерта, насладившись
творчеством артиста понравившегося, оценивает, нравится он ему или нет, хорошо ли он отработал или нет, и, собственно, оплачивает билет после концерта по цене, которую сочтет нужной. Гэтыя и іншыя навіны вы можете знайсці на нашем сайте у интернете по адресу www.tvrgomel.by. Далей у эфиры спортивный огляд. С новинами спорту вас познайомить Максим Савин.